Мешает реклама, нажмите крестик. Всем привет, с вами Антон, на канале Антон Фриланс. Я сейчас нахожусь в Китае. Хотел сегодня рассказать вам про Южную Корею, про Арбайт, про биржу, когда вы приходите, что вам надо говорить. Я потому что сам корейский, конечно, не знаю язык, но несколько раз меня научили. И когда вы заходите, вы можете сказать «Анисио». «Анисио» — это «здравствуйте» по-корейски. «Анисио». Может быть, я где-то там в интонациях неправильно говорю, но примерно так. Обязательно сделайте поклон. Вот это очень уважительно. Вот. И потом можете спросить, есть ли работа по-корейски, это звучит так. Иль-юсио. Есть ли работа? Иль-юсио. Вот. И после того, как сказали, есть ли работа, можно сказать господин, это саджанин по-корейски звучит. То есть иль-юсио саджанин, можно сказать. Вот. То есть заходите, говорите «анисио», поклонитесь и скажете «ильюсио саджанин», «ильюсио саджанин». Вот, вот так вот. Я думаю, вас поймут. Типа, есть ли работа. Лучше сказать вам свое имя. Это я не знаю, как по-корейски, но я надеюсь, директор Арбайта говорит по-английски. Вот. Он записал ваше имя. Вот. И когда вам дадут работу, вы отработаете. Если вам деньги дадут на руки, то из этих денег надо отдать 10 тысяч вон директору Арбайта. Процент 10%, который берет за них директора Арбайта. Вот, а так все нормально. Вот, иногда деньги эти владельцы бирж Арбайт получают сами. Вы только заканчиваете работу, приходите, вот, и вам выдают уже деньги. Со своими процентами они забрали. Чистые вам выдают. 100 тысяч вон, ну и некоторые берут из 10-90 тысяч. Везде у всех правила по-разному, ну, в среднем 100 тысяч вон. Так что так вот, что еще вам сказать, там, я вот запомнил это слово «эго», «эго» — это, а вообще там ребята, очень много русских ребят на Арбате присутствуют, которые давно уже работают и очень хорошо корейцы знают, они, думаю, вам подскажут. Просто возьмите с собой ручку, блокнотчик, записать, выучите самые основные фразы, вот, потом проще будет. Так что «пали-пали», когда я помню, это типа «давай-давай, быстрее-быстрее делай». Это корейцы очень любят на работе торопить, говорить, кричать «пали-пали». Вот. Так что так, если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, с вами Антон, на канале Антон Фриланс. Пока.